когда возникла мысль, что надо приезжать и, собственно говоря, вот тогда и... Зачем она возникла-то, вот... если так помогало дистанционно? Нет, дистанционно помогало, но не все же. Ну, конечно, дистанционно многие мы сняли, многие такие... Мы каждый звонок говорили там, допустим, конкретно, у нас с этим проблема. Делали сеанс, она уходила там. Может, не сразу, может, через два-три уходила. Ну, и вот так каждый раз. Ну, потом, конечно, желающих мне дозваниваться все труднее становилось. Уже везде, там уже и в центр поехали, и которые видеоотчет делали, Ахан, они уже здесь побыли и посмотрел отчет до-после там. Очное лечение – это несравнимо с дистанционным лечением, конечно. Мы уже третий... Изменилось ли что-то у вас, родители? Традиционный вопрос. Традиционный? Ну, наверное, да. Вот, тем более сегодня после вот лекции тоже я уже чуть-чуть начал уже переосмыслил. Не совсем, но чуть-чуть уже начал уже переосмысливать отношения. Да, конечно, это от этого тоже зависит. Вот, можно этот вопрос? Я как раз задал семейная пара. Мне интересно, что они скажут, уже как бы друг, ну, может быть, друг про друга или каждый про себя, вот поскольку, ну, вы постоянно вместе, вы друг друга видите. Что-то изменилось в вас, что-то вам лично, вот как личностям, как семье дало пребывание здесь, в центре? Конечно, да. Тут даже не только центр, сама земля, она влияние, короче, имеет. Да, столько мест, цветы. Вообще, такие. Это просто... Удалось, конечно, что-то посмотреть. Конечно. Не то, что удалось, конечно, удалось. И это дает, это очень дает хорошее, вот я, да, я как раз об этом хотел сказать, что это не просто программа, это часть лечения. Да, да. Это непосредственно часть лечения, причем, ну, достаточно как бы немаловажная и независящая, уникальная с одной стороны, а с другой стороны она как бы, да, не зависит от конфессии. Вот Нурбек, я так понимаю, тоже посетили. Отдельная программа для поездки для мусульман. Да, да, то есть здесь нет такого, что вот там только какие-то места, это зависит, люди приезжают со всего мира, с разных конфессий, разной веры, им предоставлена возможность посетить все то, что они хотят, и не просто посетить, а вот именно ощущения. Я знаю, что вы вчера были на Иордании. Нет, а вы раньше были, да? Просто вчера тоже была поездка, да. Вот, то есть окунулись, несмотря на погоду, зима в Израиле. Зима в Израиле. Какая зима? Болот, расскажи, какая зима. На Мертвом море купаться 1 января. Минус 30. Где они живут, да. Ну и, наверное, да, где-то мы будем подводить итоги, если никто вот хочет что-то сказать такое свое. Вот такой вопрос, наверное, традиционный, даже где-то, может быть, не вопрос, а вот чисто такое свободное плавание, свободное высказывание, что вы хотели бы вот сами от себя сказать нашим слушателям, нашим зрителям. На самом деле очень большое количество людей слушают, смотрят. И вот да, кто-то сказал из ребят, что вот нашли вот интервью, искали, и вот увидели. Поэтому как бы это может быть, может для кого-то станет таким моментом, который вот... Ну, приведет вот именно тот, та ваша фраза, ваше выступление. Да, я говорю о том, что вот даст надежду, даст какой-то вот путь, поэтому, ну, скажите, что вы бы хотели сказать, конечно, родителям. Есть что сказать. Да, которые вот... Мы сами недавно в таком состоянии были, просто безвыходное было. Просто безвыходное. Ну, как бы это... А надежда есть всегда. Тем более, если рядом есть такие люди, как Давид, как Юсефа. Доктор Аркадий, ну это само собой. Команда очень подобрана, такие специалисты. Рима. Интенсивно все. А Шлема что делает? Да, да, я все. Я сам.
Вот, Марина весь, вообще, да, вообще Рима. Несколько минут, да. Да, спина, я говорю, у меня спина, я мучился, ну, я не буду рассказывать это долго, у меня тут три минуты побежал, говорю, все. И самое главное, это сохраняется. Да. Вот это вот самое главное. Ну, как бы, а что касается аутизма, надежда есть всегда. Как бы, так. То, что говорят у нас врачи, ну, все знают, что они говорят и что они советуют, мы не стали пользоваться, но это Лена отбила. Это право. Мне повезло, я встретила Давида, ни таблетки, ничего, слава Богу, не надела. Ну вот, да, для обращения давайте Виктору слово передадим, да, что-то, может быть, он хочет добавить от себя, слушателям. У него есть, да, может быть, есть. Не знаю, можно говорить об этом, да, есть страничка, есть... Да, хочу, знаете, чтобы нас больше смотрел, то есть вот Давида, то есть ваш официальный сайт, то есть кто пока не может приехать там к нам на страницу, чтобы заходили, то есть у нас все это выложено. Вот, знаете, хочу сказать, несмотря на то, что, да, чтобы там не говорили, кто там что есть, то есть надежда, вера, просто для таких наших ребятишек, то есть это единственный выход, просто приехать к Давиду, изначально связаться, приехать сюда и просто получить здорового ребенка. Вот, я хочу сказать большое спасибо, огромное-преогромное. Просто у меня эмоции, я сейчас бы их выразил вот так, не знаю как, просто. Вот, и такая, что динамика просто у ребятишек появляется, не знаю, это единственная надежда, которая спасет наших ребятишек, то есть... Мы немало делаем для того, чтобы передать наши знания, возможности, вот доктор Аркадий, всем людям, которые нуждаются в этом. С этой целью создана энциклопедия практической помощи при аутизме и ДЦП. Посмотрите, это может быть полезно. Называется домен autism-health.com. Вот, приглашаю посмотреть. Может быть, много полезного. К примеру, там есть три статьи, сделанные доктором Аркадием, о том, что такое внутричерепное давление и как его вылечить. По крайней мере, снять симптомы. Точный массаж. Ничего такого экстремального. Сверхъестественного. Да, все методы, которые мы используем, они естественны. Безаппаратные, безлекарственные. Основанные, ну, скажем это прямо, народная медицина разных народов. Ну и плюс то, что мы сами разрабатываем здесь. Вот, мы стараемся делиться всеми возможными способами, теми знаниями правильными, которые есть. Вот, передавать это тем, кому это надо. Один из путей – это вот этот наш проект «Энциклопедия практической помощи при аутизме и ДЦП» autism-health.com. Ну, это многое другое. Да, давайте, да, дадим высказаться. Так, ну, тоже хотел бы сказать, что которые родители, которые думают, сомневаются, там ни капельку не сомневались, потому что столько родителей, столько отзывов из разных стран, там везде можно подобрать. Там, да, отовсюду есть родители. Да, очень много ваш положительных. Да. Аутизм излечим. Все. Да. Никто ничего не... Говорим, да, то, что как есть. Вот как ребенок есть, так и говорим по факту. Ничего не преувеличивая там, как есть. Вот мы сами уже видим, уже 2 недели прошло. Уже как бы... По нашим меркам. Не, ну для нас это сюда приехать, это уже там столько мечтали, столько ждали вот этого прекрасного момента. Пользуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность Давиду, всему центру желаю успехов, всем специалистам без исключения, все прям, как соглашусь, да, молодцы, идеально подобраны, все прям... Все вот эти экскурсии, гид, все поставлено, все четко, прям погода здесь, место такое. Погода, это не мы.
Нет, мы выезжали... В Иерусалиме погода это одно, на Мертвом море это другое совершенно. Там теплее, да. Я говорю, что мы не влияем. Вот на что мы точно не влияем. Нет, здесь как бы любая погода прям идеальна. В любую погоду там мы вылетали оттуда, было минус 28. Сюда прилетели плюс 10. Плюс 10 здесь там вообще там. А на следующий день могло быть и 20. Ну да. Ну, допустим, если говорить о погоде, да, приезжаю в Иерусалим на работу, да, идет дождь, возвращаюсь домой, 2 часа мне ехать, да, в Натанию, там, ну, вот, солнце, тепло, хорошо, да, там, плюс 18 градусов. Ну, да, давайте тогда мы скажем спасибо ребятам, вот, да, которые согласились поговорить для вас, и до свидания. Мы желаем вам всем здоровья, вам всем желаем счастья, успехов, и надеюсь на новые встречи в нашей студии, в новом здании. Здесь светло, просторно, видите, даже да, дары израильской земли перед вами, так что будем рады нашим новым встречам с новыми нашими гостями, с новыми нашими пациентами, которые вам расскажут о том, как продвигается их лечение, о своих успехах или неуспехах. Вот. И до новых встреч. Всего доброго. Спасибо, что были с нами.